И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи сегодня с вами ваш Альберт Вескер. Сегодня у меня все еще воскресенье. Я записываю уже третью серию подряд Вояж Сентури онлайн, где-то примерно по часу. Это будет у нас за сегодня последний эпизод. Остальные следующие я буду записывать уже в другие дни. Ну, после резидента, как получается, уже по логике. Надеюсь, времени я смогу найти, потому что я хочу, чтобы у вас каждое утро, пока я буду на удаленном рабочем месте у себя, у вас был контент, которым вы могли бы насладиться. Ладно, отправляемся, наслаждаемся, смотрим, играем. Так, давайте смотреть, что же хотел... А, точно, вспомнил. Ладно, шучу, я все прекрасно помню. Это у вас вчера было у вас вчера был вторник, а сегодня среда, а у меня еще воскресенье, и я помню, что я хотел идти к Кратосу. Сюжетные задания помогают узнать больше. Нет, подождите, это не то. Спасение рабов, кругосветный план. Нет, подождите. Это путь рыцаря, во, ученичество. Кратос. Найдите в Афинах Кратоса и попросите у него в ученики. Ладно, сейчас попрошусь. А, ты Кратос. У задания. Кратос, ты не можешь батл шить на земле. А, мне квест ему нужно сдать. А что за квест был? Подождите. Так, строительство в Афинах, боевые действия. Это... Так, подождите. Строительство в Афинах это другое. Это опыт морских сражений. Деревянные ноги Крита, но это с Аресом надо. Помочь фермеру. Испытание торговца. Великий шелковый путь. Кругосветное плавание. Спасение рабов. Корабль с рабами отплылась с Дакара. Вы должны остановить его и победить, чтобы освободить рабов. Шелковый путь. О, стоп, подождите. Вот Кратос. Битву Триал. Подождите. Ты не можешь батлшип на суше. Так, это я понимаю, что я не могу. А почему я не могу у тебя сейчас быть? Ты даешь деньги. Давай деньги. Мне нужны деньги. Миллионы. Я не совсем понимаю. Вот у него есть что-то. Ученичество. Мало кто может похвастаться, что победил само воплощение силы Кратоса из Афин. Чтобы стать сильнее, можно попросить его об уроках. Ну я прошу об уроках. Почему ты не даешь мне уроки, Кратос? Это что за... Ой, зараза-то какая... В Геную. Ну ладно, давайте в Геную отправимся. Не хочет с нами Кратос работать. Я так надеялся. Получу лишний миллиончик. Ну, значит, назовем сегодняшний эпизод не в честь Кратоса. А, стоп. Инспектор навигации. Чемпионский флаг. О, это строительство в Афинах, ну как бы не совсем то. С лица земли викингов я не нашел лорда викингов. Шифу, черт с ним, пока что. Морские сражения. Давайте с деревянной на 10 тысяч серебра, мало медицинским. Давайте, кстати, вот с этим займемся. Немножко я расстроился. Деревянная нога. Ну давайте посражаемся с деревянной ногой.
Да, в открытое море. Что ты меня спрашиваешь? Серьезно. Так. Постарайтесь уничтожить рейдера девятой ноги Крита и доказать ваши способности пообщаться с последним воином Ареса. Давайте вот так сделаем. Закроем хотя бы вот эту дырку. Поле боя Крита. Наверное, вот сюда давайте. Деревянные ноги. Рейдер деревянной ноги. Какой слабенький был кораблик. Давай уже. Ну вот. Несложно ведь, так ведь? Но это не рейдер, это что-то другое. Это железная 5. Ну, зато хотя бы, кажется, уровень подняли, мне кажется. Да, какой-то уровень подняли. Ладно, давайте покинем зону. Походу, нам не сюда. Ну, еще вот это заберем. А давайте сейчас проплывем, посмотрим, может здесь что-то есть. Какой-то... Left Pack, Crit, Armored Shield, Iron Pack Shield. О, дивин, дивин, дивин. Ладно, давайте, видимо, надо у Афин посражаться. Уничтожить рейдера девяной ноги Крит и доказать ваши способности, и потом вообще... Ну ладно, давайте тогда... Вот. Может, просто в Криту. То есть не близ него, на самом острове. Там же не сказано, какой конкретно, так ведь? Я понимаю ведь. Логично, логично. Вот это уже что-то. Ядра неплохо. Давай, помирай же, суденушка жалкая. Развернуться и атаковать. Вот так вот. Тут еще одна нам на нас идет, заразина. Неплохо, неплохо. Золотой глаз, кстати, между прочим. Ну ладно, покидаем. Покидаем. Давайте тогда сейчас в афинскую часть зайдем тоже. Там была деревянная нога, я помню. Ну, в принципе, как бы тут нету каких-то ограничений. Давайте тогда сейчас сразу в Афины. Я тут не вижу, чтобы тут были какие-то пометки. Сходи сейчас пробить того-то срочно в порядке. Скорее всего, можно просто поговорить. Только сперва давайте-ка мы с вами... Хозяину верфи подойдем и поторгуем-ка. От дельфинов мне толку ноль. От носовых фигур вот этих тоже, в принципе. Я бы вот эту бы продал, ну... Черт, а в принципе надо было бы ее продавать, да? Тогда получили бы хотя бы какие-то деньги. Но с другой стороны, смысл... А, смысл, кстати, был бы. Ну, это уже другой вопрос. Что еще? А, вот у нас еще есть. Это тоже можем продать.
Ремонтный комплект не трогаем. Так. А вот теперь продадим. Какие-никакие деньги. Хоть место освобождаем. Хоть под что-то. Вот это продавать не буду, но оно слишком дорогое. Ну, карта сокровища, одна единица. Ну, зачем мне это? Это не продаем, это все прокачка. Пусть пока копится. Будем все хранить в английском складе. А у него нет ограничений по времени, да ведь? Да, нет ограничений, я по крайней мере не вижу здесь нигде ограничения. То есть они могут существовать долго. Это хорошо. Давайте тогда поговорим с представителем Союза воинов Ареса. Сдадим задание. Возможно, дело как раз таки в задании. Мы тут и серебряную руку, и ногу прибили. Я думаю, это даже получше деревянный будет. Вот почему только Кратос не хочет меня брать в ученики? Вот это вот оскорбление. Я получил бы сейчас 5 миллионов на руки. Так. Отлично, это сделали. Обычное серебряное кольцо. Зачем оно мне? У меня и так полно всего стоящего. У меня даже все забито. Так. И здесь все взято. Escort, gift, trouble. Сколько даете за это задание? Чертежи курки, 50 тысяч серебряных монет и 100 тысяч репутации дружбы Греции. Уничтожьте безумного поэта, а потом возвращайтесь. Слушайте, а безумного поэта я могу убить. Подождите, но я его убивал уже? Ты не выполнил просьбу. А, то есть здесь не отслеживается, да, просто, но нужно убить. Ну, нет, безумно, поэтому я прибить могу. Зато, кстати, мы можем денежки накопить. Сегодня у нас будет не такой активный стримчик у нас. Ну, видеозапись, точнее. Мне нужно... Может мне в Гибралтаре посражаться? Скорее всего. Больше про это речь. Не уверен на 100%, ребят. Я сам гадаю, из-за чего здесь все это дело. Ладно, давайте пробьем безумного поэта. Потом отправимся в Геную, так уж и быть. Просто смысл я не вижу. Фазаны, лисы, кстати, надо свинью призвать. Вперед, Геринг, бежим. Он бежит. Он развивается. Он растет. Он, кстати, надо его вылечить. Что-то я об этом не подумал. Ну-ка. Надо его вылечить. Что-то я об этом не подумал. Ну-ка, иди-ка сюда. Он же у нас, видите, какой. Был израненный в бою. Хоть его и крестила сама королева Виктория, но... Кстати, у нас же сейчас есть место свободное, ведь в инвентаре. Да, есть. Вот сейчас я могу технически попробовать сделать антидот. Давайте его и сделаем. Противоядие именно нужно, да? А, я не то, ясно, спасибо, я не то поставил. Но хоть мы теперь как бы алхимией владеем. Давайте, completed. Вот, производство антидота пошло.
Нужно 10 штук. Так, это выполнили, хорошо. Ну вот видите, квест даже выполнился, он себе сообщает. Этим сейчас и займемся, давайте. Квест, скилл тест, антидот. Что мы получили? 40 тысяч в алхимии. То есть мы еще алхимию прокачали сверх. Вообще прекрасно. Вообще прекрасно. Алхимию еще сверху прокачали. Давайте еще раз возьмем квест. Может, какой-то еще дадут. Скилл тест. Quiet, quiet, quiet. Be quiet, be quiet, be quiet. А все что ли? Больше нечего брать? Это все тесты на алхимию? Да вы издеваетесь надо мною. Ну ладно. Идемте тогда прибьем безумного поэта. 50 тысяч получим. А, нам еще 100 тысяч дали. 100 тысяч дали. Тут и лен растет. В принципе, из него можно антидот-то делать. То есть не имеет особого значения, из чего ты делаешь. Главное, какого качества. Это самое главное. Ладно, давайте прибьем безумного поэта. Геринга, наверное, оставим. Да, в принципе, давайте его покормим. У нас же, наверное, осталась побольше часть розмарина. Ну, немного, не такая большая. Ну ладно, давай иди сюда. Что мне это хранить здесь? Все равно смысла нет. Вот так вот. Кушай, моя свинка. Расти большой и сильный. Давайте искать безумного поэта. Джут, кошачья мята, джут. Что, сок все растет? Ты будешь двигаться у меня или как? Серьезно. Безумная поэтесса. Есть, неплохо. Герин, конечно, покоцкала, но в целом у него все хорошо. В целом он в целом доволен жизнью. Ладно, теперь давайте-ка наказание безумного поэта. Мы прибили безумного поэта, все. У нас дружба с Грецией плюс 4, 50 серебряных монет, плюс репутация неплохая. Все выполнено, считай. В принципе, также можем из британской короны прокачиваться, но это потом. Сейчас хотя бы Грецию сначала надо прокачать. А там все остальное. Ну, нет, Грецию я не буду полностью прокачивать, но... Нужно брать, нужно брать. Все, что возможно. Так. Правильно, несемся сквозь... Слушайте, а мне нравятся такие красивые золотые палеты. Ну, я, конечно, оставлю вот на арт-заставке вот в этом красивом фиолетовом мундирчике. Мне он больше нравится. Хотя золотые палеты британской короны, видите, вот прям вот с нашивкой британской короны, мне прям нравится. Форма британского капитана, мне это нравится. Реально, очень красиво смотрится. Та-дам-та-дам-та-та-та-та-там. У нас 65 уровень. Я не заметил. Вы видите, вот здесь вот. Уже 65. Я так быстро покачался. Я не думал об этом. Слушайте, реально очень быстро. Реально, я не думал об этом. Я вообще не думал об этом, народ. Так быстро качаюсь. Так, прекрасно. Еще денежку получили. И кортик.
Чертеж штуцерского ружья. О, штуцерское ружье. Это, кстати, неплохо. Задание, может, тогда займем сегодня задание воина РС. Все равно нечем больше мне заниматься пока что тут. Чертеж неплохой. Я бы сказал, добротный. Давайте так. А мне ложить-то не на чего. Мне реально нечего ложить. У меня все замусорено, все засорено. А что только на корабль что-то убрать. Вот сюда положим. Давайте тогда еще возьмем что-то у аресов. Нам хватит денег, чтобы открыть у себя там что-нибудь в Лондоне. Эскорт. Не-не-не-не-не. Вернись. Вот эскорт, сопровождение. Мы что-то получили, да? Я не понял, что я получил, но надеюсь, что-то стоящее. Передайте ему пакет и принесите его ответ. Союзу воинов нужно больше информации о пиратах. Симбар из Триполи был схвачен в Бейруте, но он может дать вам и информацию, необходимую союз. Передайте ему этот пакет и принесите его. Симбара из Триполи был схвачен в Бейруте. Так мне куда? В Триполи или в Бейрут? Ну ладно, давайте. Триполи. Бейруте. Наверное, в Бейрут, я так полагаю. Давайте в Бейрут отправимся. Но почему бы нет? Выполняем вот эти квесты. Прокачка дополнительная, хорошая. Что-то получаем. И главное, это просто путешествие. Задание воинов Фореста тогда назовем сегодня. Задание. Не знаю, как назвать. Задание аресов. Сегодняшний эпизод. Ну, как бы не так долго играем. Да, в морской бой. Так. Нам нужно. Давайте сначала в Триполи. На английском пишу. Надо с большой Триполи. Все, плывем в Триполи. Наверное, он там, я так полагаю. Но они, видите, что пишут? Союзу нужно больше информации. Симбар из Триполи был схв... Ну, красота. Или подождать 5 минут, может быть тогда шторм пройдет. Ну красота. Полный ход. О, кстати, а красивая заставка вышла бы. Красота, да и только. За британскую корону. Хе-хе. Так. Все, ладно, покидаем. А то сейчас наше судно просто помрет в шторме. Так, нам нужно опять в Триполи. Триполи. Так. О, тут Тартуга есть, кстати. Ладно. Занимаемся починкой. И средний комплект используем, чтобы вылечить. Да что ты меня все время в шторма не заносишь то? О, вот это мне интересно. Обломки, кораблекрушение, может, найдем. Чем нет? О, прям по пути обломочки. Красота. Красота. Паруса полностью восстановились. Корпус еще в процессе. О. Так, стоп, 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 стоп. То есть как-то места не хватает. Ясно.
У меня реально места не хватает уже просто на новую трубу. А я хочу ее забрать. Теперь движемся вперед. Черт, я еще не все взял. Ну ладно, сделаем крюк. Сделаем крюк, соберем все. Все, что до чего сможем дотянуться. Опять книги. Неплохо. Комплекты. Сейчас сделаем крюк. Карта сокровищ. Опять сюда. Их надо объединять. Ну, зато хотя бы карт находим. Ой, отличные бронебойные ядра нашли. Неплохо. Ну, наверное, сейчас до Триполи доплывем, выполним это задание. Я думаю, соберем там информацию, какую нужно им. Опять книга, да? Ну, неплохо. У нас этих книг уже, видите, сколько скопилось? 200 штук. Интересно, какое у нее максимальное количество? Наверное, 1999, как у провизии. Я еще рад, что я провизию не распаковал у прессовки-то. Иначе бы это вообще ад был бы, конечно. Так, хотя бы хоть что-то у нас есть. Сэкономили место, неплохо. Но это я помню просто, потому что по прессовке провизию. А многие ведь открывают сразу ее, открывают и все. Так, все. Это сочетание сделали. Красота. Вот так вот. А у меня с чем-то подарок. А, это идет на судно, ясно. Ладно, идем в Триполи. Ой-о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 й. Ах ты гребаный зарезан. Триполи. Вот что-то шторм. Хотел меня поймать, пока я собирал здесь все обломочки. Вот зараза-то какая. О, еще обломки. Не упускаю ни одних обломков, никогда. Это надо. Эй, заходи, кому сказал. Обломки нужны. Мы их собираем, мы их обрабатываем, мы их продаем, мы получаем все свое. И денежки у нас, видите, немного копятся, а потом можем что-нибудь из них продать. Аптечки, к примеру, нам попадаются тоже неплохо, да. Ядра, что в принципе тоже хорошо. Это экономит нам деньги. Мы просто плаваем, мы что-то находим, мы что-то собираем. Это нам понадобится потом в будущем. Надо переходить полностью на английскую версию. Да, конечно, с русской я вот вставил там несколько фрагментов из русской части, но это путает иногда. Вы правильно говорили мне, ребята, это реально путает. Реально очень путает. И очень неудобно. Поэтому, скорее всего, да, лучше... Ну, зато буду оттащивать свой английский язык. Это хорошо, это же хорошо, да ведь? Триполь, пожалуйста. Вот такие игры, они позволяют вам оттачивать свои навыки общения, понимания чужих языков. Я неплохо понимаю английский, но... Порой приходится прибегать к словарю, потому что появляются какие-то новые слова, которые я не знаю. Но это и хорошо. Это расширение вашего сознания. А потом еще говорят, что игры ни для чего не способны. Ага. Такое может сказать только полный имбецил. А это, по сути, 90% жителей РФ. Потому что 10% это молодое население. Все остальное, все старческое. Так. Нам нужно поговорить с Сибаром. Здесь есть какой-нибудь Сибар? Нет, значит, в Триполи пойдем в город. Так быстро выросли в уровне, я вообще не заметил. Сегодня еще воскресенье, ребят. То есть все три эпизода, что вы смотрите,
Это вот за три вот это вот за три часа, по сути, я поднял уровень настолько. Моментально. Так, мне нужен сибар. А, вот сибар, нашлись. Вот сибарчик. Красота. А, ты сибар, да? Отлично. Мы о чем-то поговорили, мы что-то получили, и теперь 15 тысяч серебряных монет получим и репутацию. Ну, неплохо, почему бы и нет. Что на борту у нас появилось? Да, ответное письмо. А почему мигает мой персонаж, когда должен мигать вот это? Малый, большой ремонтный комплект. Средний. Слушайте, у меня теперь все три вида ремонтных комплектов для морского боя. Ну, мы так пока потемногу плаваем, неплохо. Мы пока так плаваем по Средиземноморью. Наберем себе прямо вот гору этих ремонтных комплектов, потом воюй с кем хочешь, и никаких проблем. Правда, я хочу создать все-таки более крупное боевое судно, наверное. Хотя транспортное судно тоже хорошо. Транспортное судно тоже то, что нужно, но... О, обломки. Как разбросало их, неплохо так-то. Походу, тут была битва. Походу, тут была битва, ребята. Так. Давай, 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 поближе, поближе. О, молодец. Теперь туда. Стоп, 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 стоп. Видим трубу. Сдаем. В металлолом. Кстати, о трубах. У меня тут еще местечко. Так, это опять сюда. У меня вот сухопутных карт намного больше, чем вот этих мест для труб. Кстати, сюда. Все, у меня больше места не под одну трубу не хватит. Так. Ладно, поднять паруса, движемся дальше. Ну, собираем все, ребят, что хотите. 30 минут, да, все записываем. Но сегодня будет короткий эпизод, потому что мне нужно всем уже заканчивать. Сейчас еще у меня где-то, ну, еще, наверное, минут 14 будет. Потом, по любому случаю, мы плывем сейчас в Геную. То есть я сейчас дам задание Война Ареса. Фрагмент карты сокровищ. Это я забираю, это забираю. Это я забираю, это я сочетание делаю сюда. Теперь плывем туда. То есть смотрите, видите, у нас сколько всего карт. У нас 492 карты. Нам по-любому нужно, наверное... Я, знаете, я, наверное, если сейчас мы получим 500 тысяч, я, наверное, открою... В Барселоне обязательно, потому что мне нужно карты, во-первых, все выложить, это раз. Туда же я выложу тогда и все вот эти улучшалки, пусть там все лежит. А как будет деньги, в Лондоне тоже все выложим, создадим себе. То есть сначала там, где ближе нужно, по нахождению. А там уж потом будем определяться. Так. Давайте с войнами Ареса, опять же. В чем войны Ареса? Лучше бы назвались войны Зены Королевы Воинов. Она получше будет. Тем более на Аресу... Нет. И не думайте, я не попаду в этот ваш шторм, я буду его плывать. Дожили. Шторм, заплывите, пожалуйста, сэр. Еще чего. Я лучше... Dispend on Alchi Culture Alchi. А, черт, опять встрали. Давай, давай, давай. Давай в обломки, в обломки. Ну, прям везет, что на обломке вот в этом эпизоде. Прям везет.
Такое ощущение, будто там каждый третий помирает. Нет, не против, конечно. Ну, не то, что против, чтобы там все помирали. Я про то, что можно спокойно плавать, собирать. Неплохо. Провизия. Малый ремонтный комплект. Это малый был? Да, это был малый. У нас, типа, смотрите, у нас все виды ремонтных комплектов, у нас все виды лечилок. У нас чего только нет. У нас есть и карты, и книги. Надо вообще вот эти ремонтные комплекты уже сейчас... Кстати, давайте сейчас рассортируем их по местам. Средний к среднему, малый к малому. Большой, так полагаю, вот это, да? Большой. Смотрите, у меня все виды ремонтных комплектов, все виды лечилок. Все. Я местный богач, я местная знаменитость, все. Никто ко мне не судится. Я поплавал, пособирал, все, я теперь богач-миллиардер. Ну ладно, шутки шутками, а теперь давайте-ка Куэнуаре создадим задание. Прокачаем взаимоотношения с Грецией. Потом зайдем к купцу, продадим трубы. Ну, эти трубы... Хотя, в принципе, лучше, конечно, их сохранить. Во-первых, потому что труба дорого стоит. Это раз. Во-вторых... Если мы сейчас получим побольше денежек в Генуе, мы можем ее положить в Барселоне. Пусть хранится. Потом, когда надо будет, и карту создадим, и трубу получим. Все за раз будет. Дешевле. Сэкономим? Сэкономим. Я товарищ капитан экономность. Вот, сделали. И карту получил опять, не нужно мне. А, вот это уже морская карта, спасибо. Так. И денежку получил неплохую. Explode, Robo Strike, Smuggles, поговорить. Давайте поговорим. Вот разговоры я люблю. Потертую шкуру и отдать ее Махуту от Александрии. Таня из Триполи просит принести шкуры для изготовления униформ для Союза воинов. Добудьте потертую шкуру и отдайте ее. А в принципе в Александрии давайте сплаваем, кстати. Потертую шкуру. А из чего мне ее получить, кстати, на 100, если что-то пошло? Мы, кстати, еще один чертеж получим. Нет, давайте в Геную сейчас отправимся. В Геную отправимся, хоть... В Геную отправимся, получим 3000 очков. Ой, все прекрасно, и шибко мирно у нас. Давайте в Геную. Потому что в Александрии нам дадут новый чертеж, и у меня все заполнится окончательно. У меня места не под что не будет в принципе. Давайте в Геную. Это главное задание. Мы получим возможность все добывать, все производить. А это самое главное. Я надо кузнеческое дело тоже открыть бы, его тоже прокачивать. Ну, в принципе, я не зря, зато хотя бы вот... О, еще кто-то еще плывет. Кто это у нас? Дранкелес какой-то. Карибский пират. А за ним Имперская стража. Имперская стража гурится за Карибским пиратом. Вот забавно. Ну, забавно выходит. Ну, почему нет? На то это MMORPG. В любой MMORPG всегда какие-то необычные истории происходят.
Ой, красота, плывем прямо, плывем вперед, плывем сквозь моря и всяких невзгод. Геною заплывем мы, товарищи друзья. И квест сдадим, и получим очков профессии, да. Так, отлично, приплыли. Мне в порт, пожалуйста. О! Принтскрин. Красота ты только. Я врезался в порт. Так, с кем тут поговорить надо? Что, уже? Так. Бои. Ну тут пока мне прокачать. А, я вот это могу прокачивать. Подождите, отменить. Танец с мечами. А здесь у нас морской бой как бы на прокачку идет. Cannon Flying. Подождите-ка. Вот это лучше, конечно, я бы взял. Да. Контроль дамага. Командер. Тиммейт. Ну, неплохо, конечно. Хотя вот... Подождите-ка, вот идейка есть. Но вот это прокачивается только после вот этого. Ну ладно, давайте вот это тогда прокачаем. Будет дополнительный у нас боевой скилл, я не возражаю, я только за. Прицельная стрельба тоже хороша ведь. Пусть будет. Оказалось, что крыс на самом деле девушка, скрывающая свой пол, чтобы спокойно путешествовать по миру. Кстати, ее родители против такого поведения. Ее настоящее имя Кристина. Крис, Кристина, Кристина, Крис. Девушка путешествующая. Ну я не против, пусть путешествует. Я только рад за барышню. Песочные критического удара. Защиты. От пушек. Да чего у меня только нету. Дайте мне лучше расширение инвентаря. Реально, я теперь понимаю, чего мне нужно расширять в первую очередь. Вот. Инвентарь основной. Мешок золота. У меня места уже ни под что не хватает. Поговорите с докером теперь в Генуе. Ну, вообще прекрасно. Ой. Вообще, я могу украсть этот мешок золота. Я бы украл бы. Ну, ладно, не украл бы никогда. Я не вор. Угу. Спасибо, без вас нашли уже. Матросы, Крис не сможет вернуться к нам, но в знак признательности он просил передать вам вот это золото. Открыв мешок с золотом, вы находите записку. Видимо, здесь написано, что нам делать дальше. Прочитать записку... У нас много дел. Капитан, вам просили сообщить, что союзник Гацантов очень нуждается в вашей помощи. Да будет так, я немедленно возвращаюсь в союзник Гацантов. Без меня ни черта не могут. Сплюш атак тоже, кстати. Хотя нет,
я лучше буду делать упор на прицельную стрельбу, подтвердить. Ну и остался только союзник Цанцев, да? Давайте-ка союзник Цанцев. Они все равно здесь, да, ведь? Что мне там делать еще? Идемте к союзу. Деньги, 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 нет, нет, нет. К черту, союз. Докер. Докер, докер, докер. Давай, давай, давай. Докер, ты же друг мне, да? Друг. Давай. О, в Барселону. Плывем в Барселону. Как раз таки время у нас еще есть. Откроем в Барселоне сейчас себе местечко. Все будет прекрасно. Та-да-дам, та-дам, та-да-да, та-да-да, та-да. О, и обломки нас встречают. Все хорошо, все хорошо. В Барселоне откроем сейчас себе хранилище новое. Туда положим все трубы, все карты, за исключением тех двух, которые мы сделали. Я имею в виду обломки карты. Положим туда. Пусть лежат себе. Так, сейчас мы подойдем поближе. Теперь разворот. Так. Отлично. Может, был бы, конечно, и в Лондоне, но... Дело в том, что именно в Барселоне находится единственный центр по производству карт в этой игре. И корректнее будет сейчас именно в Барселоне сделать сейчас второе хранилище. Мы его сделаем. Туда все складировать будем. Афинское хранилище. Хотя афинское надо бы как бы разгрузить потом после всего этого дела. И перенести в Лондон. Кстати, что там в нашей свинке? Голодная. Но прокачивается понемногу. А это хорошо. Так, мне нужен, значит, заведующий складом. В первую очередь заведующий складом. Мы сейчас откроем новый склад здесь. И туда все сбагрим. Так, да, у меня есть. Отлично. Депозитную ячейку. Вот наш новый склад. Наконец-таки можем сейчас разгрузиться по полной. Ура. Так. Даже видите, Герик прям бежит и радуется жизни. Так. Все тогда сюда сбагрим. Вот эти вот материалы, улучшения, прокачки щиты. Я пока не знаю. Я не помню, как ими пользоваться. Надо это все дело изучать. Ни на времени, ни на что на это дело нет. Это все сюда. Трубы все сюда. Кортики, чертежи, все сюда. Карты в однозначном порядке. Хотя, в принципе, карты, они как раз-таки не мешаются. Пусть пока здесь полежат. Я, конечно... сейчас, наверное, 490 штук возьму и вот сюда переложу. И сюда тоже 20 морских карт тоже возьму и переложу. Ну пусть лежат просто здесь. Не мешаются и ничего плохого не делают. Это сюда. Взять. Это тоже. Обычное серебряное кольцо.
А это у нас, ну да, вот это можно продать, кстати. Это все тоже сюда. Просто мне потому что нужен ранг высокий, и у меня ни ранга, ничего такого нету. Это все сюда. Ну вот все, в принципе, у нас место кончилось. Все забили, все, что смогли. Ну хотя бы разгрузились. Мы хотя бы, ну ладно, не совсем разгрузились, но хоть что-то разгрузили. Давайте еще к алхимику. Здесь, по-моему, был рядом. А, нет, они, по-моему, с той стороны, да? Да, они все вот здесь. Ну да, конечно. По карте ходишь ты бедный и слабый, товарищ. Ну ладно, этим, наверное, займемся уже в следующем эпизоде. Главное, что сегодня мы справились с нашей главной задачей. Ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если да, пишем комментарии. Поддерживаем видео лайком, подписываемся на наш канал, а также в группе Discord ВКонтакте на Дэвин Арти. Ссылочки все найдете в описании к сегодняшней видеозаписи. Всем спасибо, кто нас сегодня смотрит. Всем удачи, приятного утра среды и всем до скорой встречи. Пока-пока, еще увидимся! Ага.